Всем привет! Это вторая часть прогулка по заснеженному лесу. В этой части попытаюсь все-таки найти ту часть дороги, на которой мы в первой части повернули назад. Вот иду другой стороной. В тот раз мы пошли по этой колее. Вот хочу пойти в противоположной стороне и найти, есть ли круг у этой колеи или нет. Было очень много снега, потом была плюсовая температура, снег упал. Вот в городах его уже практически нет, где-то в лесах Подмосковья немножко заморозки дали, минус один, минус два, и он прекратил таять. Вот еще снег остался. Нормально, сантиметров 40 точно есть. Может и больше. Никого нет. Начинаем удаляться в лес. Это хороший знак. Быстрее заблудиться можно. Зверей пока нету. Из зверей здесь только я один. Больше никого нету. Кстати, смотрите, есть следы. Здесь, значит, что? Были люди. Как на гонках. Трасса. Биби. И пошел опять обгон. Препятствия.
немножко ралли. Вы не замечаете, я сегодня один. Совсем один. Да, и даже вот не скучно. Мне, конечно, в лесу одному. Еще сейчас скоро темнеть начнет, а я только вышел. Ой, я даже еще и фонарь не взял. Самое интересное, значит, впереди будет. Не выключайтесь. Лунный свет в окне, замер венский сад. Да. Белый клавиш плач. Что интересно. Жизнь дорога в ад, Бетховен. Чем дальше в лес, тем свежее воздух. Идет снежок небольшой. Бетховен. Бетховен. Опенька, я нашел интересную дорогу.
короче. Прохладненький. Окей. Чувствую, сегодня ночью немножко подморозит. Зверей пока я еще не встречал. Все еще впереди. Ночью в лесу вообще совсем другая жизнь. Много чего интересного может быть. Звуков таких ты днем не встретишь. Да, что-то я в этот раз тоже как-то особо не подкрепился. Так, немножечко позавтракал. Хорошо, что взял маленький пакетик сока. В этот раз не знаю, сколько пройду я. Я же не серьезный, как говорится, это расстояние. Но обманывать не буду. Первый ролик, зимняя прогулка по заснеженному лесу. Тогда 7 километров вышла прогулка. 7 километров. Ну, 7 километров это хорошо, когда по асфальту. Но когда по лесу, пускай даже по колее, которая рыхлая такая, как бахча. Идешь по бахче, то есть нога у тебя проваливается. Так что 7 километров это тоже хорошо. Всем советую, берите на заметку. Каждый день проходить по 7 километров по лесу. Или по лесу. По лесу. Так, там уже интересные кадры такие. Но показывать я не буду. Если эта запись сохранится, значит все в порядке. Я преодолел этот сугроб. Если бы не колея, то бы уже все. Что-то резко встал. Не советую. Берите на заметку.
Смотрите, какой лес. Смотрите, какие елки. Дорогие друзья, что могу сказать, получилось дойти только вот до сюда. Здесь ставим отметку, потому что аккумулятор камеры показывает то, что... И я обязательно вернусь сюда и отсюда начну дальше свой путь, чтобы найти, где заканчивается. И еще не могу не заметить, что вот этот лес чудесный. Последние кадры. Смотрите. Дрозд поработал.